10 різних. Ще.
виїзди. А ще 10 у мене на столі, це ті, які виїжджали виїзна встрічка. Два. Повинно 19 бути. Ну, 5-го мы выписали. Не 9-го,
Не успевают посмотреть за бюллетенем, который вы ложите на стол, как не действенный. Вы хоть показываете с пустырегача. Ну где с пустырегача? Хотя бы сюда подносите. Я понимаю, что устали. Так давайте передохнем чуть-чуть. Давайте передохнем. Ну потому что же не успевают. Мечут эти бюллетени, непонятно, что происходит. А куда вы пошли? Давайте сейчас все туда пойдем. Значит, передохнем давайте по чуть-чуть. Это же не дело. Что происходит? Что продолжайте считать? Продолжайте считать, пожалуйста. Считайте. Это что, карты в казино? Продолжаем считать. Давайте делайте перерыв или показывайте каждый бюллетень. Это не дело вообще. Вы не умеете работать. Прекратите этот... Вы сначала считали, затянули. Сейчас 5 часов вы начинаете заниматься черти чем. Что не будет? Ну так я не вижу вообще ничего, что происходит с этими бюллетенями. А я не могу туда встать, потому что там свои спускарячи. Вынесите решение. Кто вам завожал? Это неимоверно.
Да причем здесь ни депутаты не нравятся? Ни одного же бюллетеня не видно ничего. Ну, он возмущается. Я вытерпел спокойно, когда пересчитали всю пачку, когда я просил просто взять разбросать и сделать, чтобы они затягивали. Как сделать, как все. Сейчас это все сделали, начинается сумасшедший дом. Что вы делаете? Ничего ж не видно, ну. Заходи кричать, не кричите. Что вы на пятнадцать каждому глаз посадите? Называйте фамилию. Называйте фамилию. Откуда можно видеть, кто голосует вообще? Откуда видно, что на этом бюллетене? Или безглядел, конкретно, понимаете? Откуда видно, что на этом бюллетене? Так вы не пускаете. Возьмите, не кричите. И закрыть. Я же знаю, что она туда посаждает. Давайте мы ее запустим. Шановная голова, что відбувається? Ви що молча бросаєте бюллетені куди-то? То есть на одну фамилию идет сколько надо голосов? Татьяна Александровна, вы не чуете, вы ничего не бачите. Да успокойтесь, я же такое. Да я спокоен, как атомная бомба. Вы меня не чуете, чи не бачите? Да что, да можно столько бюллетеней? Так а что, это фамилия там, или я просто так просто говорю? А кто конкретно, о чем разговор? Вы сейчас делаете по-другому, вы будете по 5 раз пересчитывать. Своим чисто словом. Вы услышали, да, это кто? Ну так молодцы, что вы знаете. Мы должны убедиться. А ну не, оно. Может, перед ним тоже так называют, да? Перед другие бюллетени. Ну, если люди голосовали, что так называли? Какие называли? Посмотрели, да? Кто же там? Вот такие есть. Кто ее видел туда? Сами посмотрели, сами решили и положили туда. Не, а это наш родственник. Ну а что это? Родственник. Ну, наверное. Я его глаза знаю. Откуда же все Не бойтесь!
Дуй стать.